Я нахожусь на Максима Горького, дом 4, морепродукты и рыбы. Мне очень нравится этот магазин. Какие продавцы, какие товары. Ну, я верующий, тут все безобманно. Если пожелаете прийти, тут не так далеко. Ну, я не знаю, можно ли эту сцену вашу разобрать будет. Это первый только вход, еще не рыба. Так, теперь начинаю с этого конца. Посмотрите, как они все сделаны. Все заложено. Пакетик, я сам рыбак. Ну, так что, свое. А это морепродукты. Они полезны, часто бывают от разных болезней, от суставов. Вот. Я здесь так позже буду показывать. Какие-то, может быть, вещи. Увидите, что нужно будет. Какая рыба. Сначала я покажу цену, теперь поворачиваю и показываю самую рыбу. Вот она так. Видно, что холодильники, как аккуратно все сделано. Я уже не один год знаю здесь, покупали здесь продукты, и ни разу не были обмануты. Понимаете как? У этих людей как будто задача сделать, видим, хорошо. Я много ездил по разным странам мира, Европы, в Америке был, и могу сказать, что ничего не уступает. Чисто. Ну, Америка, Вашингтон, Нью-Йорк, Сакраменто, Лос-Анджелес. Меня вызывали туда. Трёпку сделали. И здесь вот все есть. Видите, как прекрасно, как все сделано. Вот. Если хотите со мной встретиться, это в скайпе. Скайп Игнатий Латвин. Православный проповедник мессианин. У меня 3 канала в Ютубе. Только на одном канале 23 тысячи своих роликов, 81 миллион просмотров. И думаю, никому не помешает знать, что в Барнауле, далеко стоящем от моря, вот такой богатый магазин, разные рыбы, такое оформление. Это, сегодня мы должны это ценить. Молиться за продавцов и за уборщиц, за всех, кто здесь есть. Это не один день, не два. У него своя уже есть интеллект этот, сработал в высшей степени. Хотя рыба, смотрите, 60, а то и 80 сантиметров. Видите как. Это я сегодня здесь, 30 октября 2023 года. Повторяю, город Барнаул, улица Горького, номер 4. Прямо перед мостом недалеко, небольшой мост который. Вот. Хочется людям приятное сделать. Нет, это выгоды никакой нет. Я не получаю за то, что делаю, ни в интернете, нигде. Минимальная пенсия. 35 лет трудового стажа. И здесь вот опять. И здесь смотрите, как насыпаны рыбы. Что именно? Я прохожу по ценнику, а потом показываю, как оформлено. Рыба и рыбопродукты. Это прекрасно. Вот как-то Господь надоумил людей сделать это в городе, который далеко от моря. Я служил на Камчатке, знаю, там Тихий океан, Охотское море, работал на Балтике, не знаю, как это ценно все. У меня все морское импонирует. То есть весьма близко. И какие цены. Человек сразу может набрать номер магазина, позвонить, узнать, сколько можно взять. Я пришел пораньше, пока покупателей нет, и тому, чтобы не мешаться. Вот смотрите, какие цены, как оформлены. Это особенно дорого. Сюда я пропущу, потому что тут явно сотни. Человек что желает? Каждому по вкусу. Люди разные. И для всех надо дать то, что ему будет близко. Видите как? Так, теперь что мне с этой стороны зайти? Ну да, выше так идти. Вот так. Это цены. Я провожу все. А здесь такие товары, морепродукты.
как Господь взял такие чудные рыбы. Люди как научились этими дарами Божьими пользоваться. Эти люди по-разному, другие ничего не делают. А здесь, ясное дело, надо ее, рыбу эту всю поймать, все обделать, годную продажу, да принести еще в этот город. Это все на цены идет. Даром такое будет делать. И все равно, вот мы даже при самой малой зарплате сюда приходим, когда нужно что брать, берем в этом магазине. И ни разу не было обмана, чистой работы. Смотрите. Вот. Я даю везде, не телефон, а скайп, чтобы человека было видно, кто говорит. Можете позвонить, что-то непонятное спросить, а лучше найти этот магазин и с директорской поговорить. Вот видите, сколько труда положено. Это вот Господь так делает. А вот тут вот сколько уже не хватит, издали даже показать только. 4, 5, 6, 7, 7. Как сказать, полок, и в каждой сколько всего. Вот так, это, наверное, стекло отражается. Ну да, как будто продолжается. Какая рыба. Вот это все. Я не могу наконец-то показать мне. Видите, вот какая рыба. Похоже, что камбала. Это я на Камчатке служил, там такая рыба была. А это Барнаул. Это тысячи километров оттуда. Довези ее, чтобы она не пропала. Это же все накладывает цену. И все равно брать можно. Люди, которые обладают деньгами, не знают, куда деть. Вот купите продукты, которые больше помогают человеку, это здоровье, чем мясные. От рыбы ожирения нет. Вот видите, как все здесь. Так, я сейчас развернусь. Прыгнуть здесь немножко. И какие цены? Надо понимать, что транспортные расходы, кто ловил, а это уже на продажу. И сегодня тоже продавцы или упорка идет. Я рядом хожу каждый день. Мы молимся здесь за мост, чтобы его никто не взорвал. Сообщили власти. Власти хорошо нас знают. Министерство путей сообщения. И молимся мы, приходя под мост. А здесь вот мимо идут, и мы сколько раз брали, и ни разу не были, чтобы рыба была плохая. Такое вот, которое вверху, мы не берем, а вот эти рыбы, они даже полезны на разные суставы, когда они, как лекарственные. Морская рыба жирная. Так прямо указывают все. Какие рыбы там этим занимаются. Посмотрите. Вот. Это на сегодняшний день. Вот она рыба. 319 рублей. У кого возможность есть, не мясо покупать надо, а рыбу. Вот японцы, у них средний возраст 86, а у нас 64. А почему? Говорят, на репродукты. Так вот еще одно побудительное здесь место. И притом они до фудзияму свою 86 лет все еще лазят. А у нас уж 60 лет с костырями ходят. А почему? Нет морепродуктов. Видите, я посторонний здесь зашел. Они разрешили это снимать. Так не так, что я там заинтересован, там, чтобы... Да, я заинтересован, чтобы люди не болели. Так в этом смысле. В божественном смысле любви. Вот так. Ой, для суши, и что-то есть, вообще. Я говорю, служил на Камчатке, работал на Балтике матросом. И мне это все очень дорого. Там они сразу шкуны приходят и продают. Разные меры, называется кава, 4 рыбы в основном. Так, теперь еще я повернусь на эту сторону. О! Тут смотрите цены, прям там было 51 рубль. За 51 рубль его поймать только. Да, чистить. Я много на чистке работал. Знаю, сами ловили. Но мне это 84-85 год, поэтому
лишний-то раз не выхожу в глубокие моря, а свои. Сюда строили пруды, запустили, рыбу зарубили. Ну, морской нету. Ну, тут говорят, это морская рыба, она глистами не заражается, вот что дорого. Так, тут-то всякие сливы идут в реку, кто бог знает, куда там, если так. Разрезать надо, сохранить, сторожать, чтобы тут все с расчетом, чтобы человек мог взять. Мы уж настолько бедные, а тоже все время едем или идем, заходим сюда, окуня возьмем. А маленько что-то там мне еще покажу. Ну, а это на Лазареву субботу, там нужна икра. Так вот придумали в церкви, рыбу есть нельзя, икру можно. Один раз в году такой день. Это все дорого в сегодняшнее время. Только люди, которые никогда ничего для людей не сделали. А здесь в прямом смысле забота о людях. Вот она, морепродукты. На Погряе, это улица Максима Горького, номер 4. Близ тут Барнаул, кажется, река, мостик. Рядом прямо совсем. Большой мост видно. Вот сегодня 30 октября 2023 года, понедельник. Я разрешение попросил. И корысти никакой нет, даже по подозрению, если бы я был, а что тут, ничего не взял, не похулил. О, там увеличительное стекло, если поставить, цены можно просчитать будет. И здесь тоже. Вот. И даже иван-чай с брусникой, с малиной, с щебрецом. Это вообще не выговоришь. Это как аптека какая-то. На весь вкус и свет, даже товарищей нет. Нет? А вот как раз об этом и говорят, что нет. А когда подойдет тот и другой, и найдет для себя нужный экземпляр. А я это искал. Мы здесь не так часто бываем, но всегда приходим. Для нас нужна рыба жирная, морская. Она для коленных суставов хороша. Что спрашивать-то? Я уже тут как бы тороплюсь, быстро. Ну все тут, даже орехи есть. О-о-о. На меня, если кто пожелает выйти, это в скайпе Игнатий Лапкин, больше ничего нету. А это магазин, морепродукты. Я не знаю, если существует ли в городе тут. Вот всякие рыбы, для ухи, рыба на углях, стейк на углях, гриль, барки. Милостью Божией. Так, все на этом, я ухожу. Еще раз покажу, выйду на улицу и сфотографирую, как показывают они где. Так, благодарю. До свидания. Я до моста дойду, покажу где, чтобы рекламу знали. Слава Христу. Господи, помилуй меня грешными. Вот оно где. С 8.30 до 20.30. Да. Я повторяю, я никакого интереса как бы не имею. Я просто прохожий. Но мы тут частенько бываем. И зная нужды людей, что-то такое, вот как рыбные, морских, то это здорово. Такой магазин. И люди приветливые очень. Вплоть до уборщицы. Вот как-то бывает такое, где-то что-то не так, там по-другому. А здесь как будто они ждали тебя, вот могу так выразиться. Улыбаются, пожалуйста. Сейчас я выйду, тут у них реклама как бы, большая рыба. Вот она. Какая рыба. Смотрите, какие там. А рядом, знаете, а рядом вот он мост. Прямо в мост уезжают. Мост на ту сторону. Максима Горького 4.
Я здесь сейчас покажу, как. Вот оно. Тут все без обмана. Вот видите как. Тут ничего такого нет. Все открыто. Благословен Господь, что создал столько всего для человека, чтобы только человек трудился. И дальше отсюда даже считать будете. Там вверху просчитайте. Вот и продукты. И дальше тоже реклама такая. Я говорил, какой день. 30 октября 2023 года, понедельник. Я один раз уже снимал.